Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня для вас новый предмет. Много заходит ко мне в аптеке и спрашивает, какие таблетки у вас есть при цистите. Сегодня я вам расскажу, что именно у нас есть. Конечно, всегда я советую вам использовать натуральные препараты сначала. А если не поможет, тогда можно уже и другие химические составы. Начинаем с цистона. Цистон – это на натуральном основной, оно полностью натуральное, и там много растений. Это ферма Гималая. Одна таблетка или две таблетки 3 раза в день, 15 минут до еды. Он не только поможет при цистите и как антисептический для бочки, а еще он помогает, когда есть камни в бочке. Эти маленькие песочки он тоже помогает. Но на курсе не меньше 3 упаковки. Одна бачка, она стоит сейчас 70 фунтов. Раньше была дешевле, но сейчас стоит 70 фунтов. Еще у нас есть и келагон таблетки. Келагон это работает как антиспазмодик. Это то есть, когда есть боль в живота, боль еще в бочке, он всегда помогает. Еще при камни. И еще он работает как антисептик. По цене он стоит 25 фунтов. На курс тоже не меньше 3-4 упаковки. Одна таблетка 3 раза в день до еды за 15 минут. Келагон, оно тоже есть в пакетике. Это тоже будет, ну, 3 пакетики. Один пакетик до завтрака, до обеда и до ужина. И на более стакан воды. И по цене это стоит 20 фунтов. Еще самое известное у нас это Rautinex. Rautinex это реально очень хорошо помогает. Я сама использовала, моя мама тоже при цистите. Это просто супер. Еще бывает у женщин, они заходят ко мне в аптеке и спрашивают, когда у вас зима, и еще когда у вас ноги замерзнут, вот бывает такой холод, и вы чувствуете, что у вас тяжесть и так, и не знают, это цистите или что. В этом ситуации вам советую вот Rautinex. Одна таблетка 3 раза в день, 15 минут до еды, это будет как антисептик. И тоже при цистите помогает. То, что похоже на его, это Urinex, потому что Rautinex иногда, он редко в ферме. Можете покупать, спрашивайте про Urinex. По цене Rautinex, он сейчас стоит 46 фунтов, и Urinex, он стоит 17 фунтов. На курс нужен тоже 3 упаковки такие, и можно 3-4 упаковки такие. Здесь 45 таблеток, одна таблетка вот 3 раза 15 минут тоже до еды, и это тоже так же. Еще цистинол. Цистинол это сульдига растения. Вот это помогает как мочегонное, работает как антисептик тоже. По цене он сейчас стоит вот 22 фунта, одна таблетка тоже 3 раза в день. Здесь всего 20 капсул, поэтому нужен тоже на курсе 3-4 бачки. Еще клюква такая, называется кранберри у нас. И по цене она стоит 85 фунтов. По 2 таблетки 3 раза 15 минут до еды. И это будет как общая защита. Он, конечно, антисептик и еще общая защита. Это можно принимать, даже если нет проблем в бочке. Посмотрите, еще если есть инфекция, эти препараты да поможет, но надо лучше бы врачом спрашивать в этой ситуации. Врач будет вам советовать сепрофлуксацин антибиотик. Там 10 капсул, это будет 1 капсул утром, вечером, в течение 5 дней. Еще у нас есть мониурил, оно у вас тоже есть. Это один пакетик, один раз в день, по цене стоит 115 фунтов. И сепрофлуксацин, он стоит 44 фунта. Это все вот проблема с почки, как антисептик или от цистита, от инфекции. Это то, что вам нужно знать вот про препараты из Египта. Еще один предмет, это бри-бадагри. Что у нас есть? Бри-бадагри много спрашивают про один йорик. Один йорик в Египте есть под названием фебиорик. Фебиорик, вот, есть 120 миллиграмм и есть 80 миллиграмм. Конечно, это под назначение врачом лучше, но это чтобы вы знали, что у нас есть. Вот, 120 миллиграмм, это по цене стоит 42 фунта, а 80 миллиграмм стоит 139 фунтов сейчас. Это по 10 таблеток, это по 30 таблеток, поэтому разница в цене. Вот, это принимается один раз в день, или как врач записал вам.
Еще при Бадагри есть вот такой зайлорик и нойорик. Это на основное аллюбериноль. Я сама принимала вот такой зайлорик при Бадагри, ну, 300 миллиграмм. 300 миллиграмм будет одна таблетка один раз в день, и 100 миллиграмм это можно по два или по три раза в день. По цене это тоже очень дешево, 100 миллиграмм, оно стоит 25 фунтов. Еще 300 миллиграмм это недорогой, где-то как $1 почти. Но Йорик 100 миллиграмм по цене стоит 42 фунта сейчас, 50 таблеток. И 20 миллиграмм он сейчас стоит 26 фунтов. Это, наверное, старая цена. Еще вот бывают вот такие вот щепочки. Юрусульвин, Юривин и Юрид. Эти по составу они похожи, они помогают. При бодагре помогает еще, когда есть камни в почке, тоже, это тоже помогает. Много спрашивают про кольчицин, к сожалению, его сейчас очень редко в Египте. Может быть, скоро появится еще? И вам советую, на курс вот, от бодагре можно принимать вот такой Нью-Йорк, 300 миллиграмм, 2-3 упаковки на курс и Юривин. Юривин, здесь всего 10 пакетик. Первая упаковка будет 1 пакетик 3 раза в день до еды. Вторая упаковка 2 раза в день. Третья упаковка 1 пакетик 1 раз в день на полстакан воды и все. Это очень хитрый курс, потому что человек, когда начинает, он через неделю чувствует себя хорошо и перестанет вот, лекарство бить. Из-за этого бодагра еще раз появится. Вам лучше закончить целый курс. 3 упаковки Юривин и 3 или 2 упаковки Йорик, но Йорик. Вот такой или Зайлорик 300 миллиграмм. Надеюсь, что эти информации были полезны для вас и до новой встречи.